Вы смотрите видео об отеле Golden Tulip Airport. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Golden Tulip Airport расположен в стране Иордания в регионе Амман и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Расстояние до центра города – 200. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, круглосуточная регистрация, фойе, кондиционер в отеле, парковка, стоянка для велосипедов, гардероб. В номерах есть общее количество номеров – 200. Номера для людей с ограниченными возможностями. Ванная комната, ванна, телевизор, двухспальная кровать, ковровое покрытие. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов – 2. Открытый бассейн, бассейны с пресной водой. Для детей есть детская площадка, песчаный пляж, каменистый пляж, шезлонги. Год постройки гостиницы – 1985 год. Год, когда был сделан последний ремонт – 2010 год. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.